Светильник Данте приобретен в магазине Мегаламс. Вот такая вот хрустальная красота. Когда получили, было даже легкое разочарование. 34 ниточки бус беленьких и огромная платформа. Проблема была небольшая в удалении защитной пленки, так как надо было из-под диодов вытаскивать, их надо было раскручивать на самих светодиодах. Зелененькая пленочка тоже надо было удалить, но в результате получилась вот такая красота. Два ряда пересекающихся бус отражаются в зеркальной поверхности и впечатление двух пересекающихся эллипсов. Хрусталики сверкают всеми цветами. Видео не передает этого. Как Сваровского хрусталь блестит, как старшее поколение сказало бы, бусы из чешского стекла. Вот так красиво. Пульт, две кнопочки, вкл-выкл, но достаточно и удобно. Рекомендую. Очень красиво смотрится.